Молодые люди, привет всем, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я записал ролик 2 в 5 против сильверов. Если что, когда вышло это обновление в CSGO, понятное дело, что такое не записать — это грех, потому что CSGO сам дает тебе возможность что-то записать. Сам дает идею. Спасибо, спасибо большое. Если что, это первая часть таких роликов. Если этот ролик наберет 40 тысяч лайков, то я записываю с Фандером, как мы играем 2 в 5 против Бигстаров. И если и тот наберет много лайков, то я записываю 2 в 5 против Глобалов. Если что, 2 в 5 против Сильверов — это не так, как звучит. Далеко не так. Я говорю про то, что это не так уж легко. Приятного тебе аппетита и просмотра. 4 катки, 4 пробы выиграть игру. А это на самом деле не так уж и просто. Погнали. Так, все, я кикаю топа. Да, я всем дам примки. Так, сейчас выйдите, пожалуйста, вы оба. Молодцы, спасибо. Фух, получилось. Илья, давай. 2 в 5. Чисто 2 в 5, такое прикольное чувство. Тут Б вышел один. Окей, это Б, да, будет? Бил Б, еще мидл один. Давай. И перед кухней жду. Кичен, проход. Мейн. Били. Шорт один и второй. Один джангл один. Окей. Туда его. У меня отпустился он. У меня он отпустился. Ну я бы не успел. Если не успел бы, да. 2 в 5, чувак, чек не там. Такой рофл. Жестко. Ну это будет. Бро, уже можешь убивать шорта его. Вышли. Минуса. Минуса. 10 хп. Минуса. Без головы, чел. Прострели фаербокс по центру. Упрыгал. И налево один упрыгал. Хорош. Бро, возьми ковры. Ковры. Первый раунд есть, дай пить в чат. Есть, давай. Дефай, давай. Жди кичен. Да. Хорош. Успеваешь? Да, успел. Вообще жесть какая-то. Это так интересно играть. Да куда интереснее, чем вот это 5-5. Слушай, мне кажется, это лучшая разминка перед играми на фейсе. Да, ты потом просто будешь не ощущать никого. А, есть яма. Вижу. Кон отдал, ковры забрал. А-а-а, они фейкуют, представляешь? Офигеть, он мует. Жестко. Они вообще жестко типа все делают. Один на специально выбежал, а второй по два. Убил Пелос. Яма должен выйти. Да, жду. Убил. Ой-ой-ой, дефай. Успеваешь, да? Да. Очень хорошо сейчас было. Хорош, найс. Бил Б. Подхожу. Б чисто. Я в зиге. А, уже сити, это уже. Да ну, это гений. Ой, чувак, это нереальные игры. Это гений играет. Они нас переигрывают ментально, физически, морально. Кроме вот этого. Чувак, это не контрится. Это не контрится. Это, знаешь, как его называют в простонародье? Хитрый люркер. Сейчас за теров мы можем просто их пугать, раскидывать туда подряд и просто выходить на пустой план. Давай, короче, сделаем так. Я с А кину смок на Б, я до сих пор его помню, и мы с тобой выйдем. Давай. Так, сейчас я стою на смок. Сейчас чуть подождать надо. Смок пошел. Давай, пойдем. Давай. Сейчас Терс поднимется вроде. Да, скамейка сейчас будет. А, под коврами еще, чувак, это вообще не работает. Чувак. Офигеть. У них где. Ну, я думаю, что это должно было сработать. Есть смог окно, будет здорово. И окно. Дик. Дик. Да. Я думаю, можешь ковры. Джангл с дигом одну дал. У вас хелпа, бро. У меня вот точно такую же дал. Один в один. Чувак, четверо на. А может 5. Ну, в пятером, наверное. Ах,
Ладно, первая катка 16-8. Давай сейчас побивай свой же рекорд. Погнали? Давай, 60-15, вот мой рекорд. Какой у тебя КД получился? У тебя 4-0. Пацан, давайте поставим быстренько. Можете? Давайте. Ребят, побыстрее. Побыстрее, ребят, алло. Надо быстренько выйти для ролика. Ребят, все остальные выйдите, пожалуйста, уже. Ребят, выйдите спать. Да, премик дадим. Выйдите спать, ребят. F1. Выйдите спать. Выйдите из игры. Просто выйдите из игры. Все, остальные выйдите из игры. Топ, выходи. Топа. Окей, до свидания. Спасибо, брат. Вы вышли. Санеки, выйди. Выйди, чувак. Ой, чувак. Чувак, меня Санеки просто затриггерил. Да я понял. Чуваки, так делать нельзя. Ну что это за поведение сейчас было? Ну, да. Типа, я не хотел играть, потому что я именно хочу 2 в 5. Да, плюс. Ладно, давай играть. Мидл чисто. Так, я с тобой. Я мод один. Хорош. Пикается. Да. Джангл трое. Раз на один. Трое к тебе иду. Ай-яй-яй, минус 55, минус 7. Бадаю. Блин, чувак, ну это не Сильверы. О, меня раздражает, что это не Сильвер. Мы попадаемся на первых нов все-таки. Это Б, похоже, бро. Б, а, не видел. Да, бегу. Да. Я убил Зиг. Все. Бил нова. Бил смок, воу. Бил еще. Оу, чувак, это было очень хорошо. Бил. Ху-ху. Тачка, хорош. Пробуй, кич на вас. У меня нет дефов. Я до конца должен дефать. А, нет, не успею, я даже так не успеваю. Да? Да, не успеваю. Ничего, да. Но они нас еще обманули. Они еще нас обманули. Под Б убил. Мидл убил. Хорош. С Фамосом. Стоит 90. Ну, нет, чувак, у тебя есть ощущение, что ты играешь против Сильвера? Да нет, только ощущение. Это не Сильвера. Он плечиком проверил плент, то есть, да, ну, грамотно, то есть, плечиком. Убил хлопу, хватился. Убил еще. Бро, кон один. Убил Сити. Ууу, я так хорошо дал. Ну все, это заявка на камбэк. Коннектор и... КТ. Офигеть. О, ну чувак, о, это нереально. Это вообще... Это... Два хита дал и еще второй спрашивает. Это подожди, нереально. Звание. Чувак, звание. Шестые сильверы. Либо первые, новые, вторые. Ой, чувак, это вообще... Мы 5 раундов взяли у таких званий. Офигеть. Не, нам нужно менять аккаунты. Погнали. Да, мы выиграем, если будем играть против Сильверов. Да, нет, это... Найс, все. Во, все получают бан. Знаешь, радоваться тому, что кто-то получил бан. What the fuck? Лол. Найс, гейм. Блин, мы уже снимаем на следующий день, и эмоции повторяются, как было в первый раз. Зик убил. Убил. Сейф. Он бегает. Сейчас я не умру, да, если я вот так? Вот если в кухню встанешь справа, а вот тут сейф. Такой кайф, чувак, первый раунд у нас. Слушай, есть. Вот это, вот против них реально по-царски. Да, играть. Да. Это легенда прям вот чувствуется. Я прикрутый. Убил... Убил коннектор, брат. Я КТ пуш. Коннектор. Хорош. Но пока все хорошо идет. Вообще. Шорса жду. Давай, я убил. Никого не вижу больше. Ну, бэксайд должен быть. Убил еще одного. Бэксайд должен быть где-то. Да, близко апарта. Апарта очень близко. Так, это что? Так, все. Ласт не знаем. Хорош. Ой-ой-ой-ой. Чувак, пока 0-5. Мы очень хорошо идем. Думаю, вообще отлично. Так. Ага, хорош, брат. Я кон проверяю.
Проверим. Чувак, просто на миду всех убили, кошмар. Они просто как таракан выходят по очереди. Ну один точно сзади. Один в яме, да, вот авик на хуку. Уф. И последняя яма. Хорош, хорош, брат. Яму убил авик. И один мидл. Ага, и ковры был. Хорош, всё, иду ковры. Хорош, найс. Да, вышел яма один. Дно. Хорош, но они очень испугались. Вышел. Машина двое. Должно быть двое машина. Да, тачка, бро. Еще один вроде должен. Да, еще один машина. Я мне нечего кинуть. Хорош. Ой, чувак, сколько у нас фрагов? 101. 101. Ребят, 101 фраг против сильверов. 2 в 5 против настоящих сильверов выиграть можно. Угу. Ребят, спасибо всем. Да, ребят, спасибо нам большое. Предстоит выиграть 2 в 5. Спасибо еще раз вам, опять же. Удачи. Давайте, пацаны, обнял. Хорошо поиграть на следующий. Слушайте, может быть, давайте так, ребят, не? Давай. Спасибо. Ладно, давайте, пока. Давайте, спасибо. Ребят, ждите ролик себе. Давайте. Да. Ну что, мистер Фандер, Илья Багреев, Анатольевич. Ты Анатольевич? Шоков. Нет, Владиславович. Окей. Я так подумал, слушай, вот ты представь, у меня же сын, если будет... будет. У нее будет отчество Ильич, правильно? Да. А если дочь Ильинична? Ильинична, да. Капец, да? Да, не очень. Ты так сказал, ну да. Да, но у меня не лучше. Эриковна. А, нет, ну да, кстати. Если я был бы Эрнест, было бы красиво. Эрнестовна, а так? Ну да, это да. Эрикович. Эрикович! Это кек. Аида Погрева Ильинична. Мог мид дали. ГБ одного. Бомба. Флешка. ГБ еще. Как же отреагировали. Мид не видел. Я тобой. Чувак, пода какой-то трэш. Головы. Бьет дефолт. Пару убил. О боже, он просто смотрит тебя. Он просто смотрит. Яма, это А будет. Бро, помогай. Бегу. Ковры справа. Ямы нет. Где фейк? Я не успел. Блин, серьезно. Да, он будет начал стрелять, оставил 20 кое, я сразу. Я такой сейчас красивый дал. Может быть уже. Да, хорош, минус он. Ой, хорош, бегу. Еще там же, бро, старт. А? Да. И за белыми. Зик за белым. Сел. Уф. На что он надеялся? Чувак, это кек, конечно. Прям до респы. Хорош. Два бодом. А, нет, бодом один. Все, у вас бодом. За моликом. Каленый. Найс. Хорош. This is ace. Хорош. Кто убил? Физик 2. Хорош. Хорошо. Один раунд, пять и больше.
Да, ребят, 16-9, и на самом деле сейчас как-то проще играть, потому что мы, наверное, понизили планку, тогда были новые. А что будет на бигстарах? Вопрос. И за эту катку не повышают, за эту катку не повышают. Давай, я его сейчас добавлю. Представь, как сейчас прикол будет, если подружимся. Чуваки, здорово. Такая, ты такой кусок дерьма, никому не... Я думал, там малолетняя залупа сидит, а ты взрослый, сука, ну ёбаный рот. Смотри, ты знаешь такой проект, как cybershock.net? Нет, блядь, я же, сука, русский. Cybershock, это что-то на американском, ты не знал? Ты знаешь ютубер Шок? Допустим. Ну вот, это я. И мы снимаем ролик, как играем 2 в 5 в матчмейкинге с Фандером. Такой стример почему, есть. Почему, дядя, когда... Почему, блядь, дядя, когда я хочу, блядь, апнуть с ебаный сильвер, блядь, 4, блядь, повесить, ты приходишь с своим ебаным другом, блядь, помешать тебе играть? Я извиняюсь, конечно. Я извиняюсь, но... Контент требует жертв. Мы не думали, что будем вас выигрывать 2 в 5. Сука, если нахуй, если это ты реально, блядь, не вставишь эту хуйню, блядь. Пизда, понял, нахуй? Я, блядь, потом посмотрю специально, нахуй. Я потом специально посмотрю. Ты голос сравни. Ладно, спасибо. Спасибо за игру. Давайте, ребят, удачи. Сори. Я уверен, вы повысите звание. Давайте. Тренируйтесь просто на Сабершоке. Плюсую, кстати, вот я оттуда вырос. Ребят, по сути... Я жду от тебя лайк, потому что такой контент на самом деле снимать сложно. Ну а следующий ролик это 2 в 5 против бигстаров. Поэтому, ребят, 40 тысяч лайков, и это будет. На самом деле не знаю, сколько этот ролик наберет просмотров, но... По сути, мы можем сыграть против бигстаров, а потом уже дойти до глобалов. С Фандером, мне кажется, это у нас получится. Ссылки на Фандера есть в описании. Ребят, можете подписаться и на мой канал, колокольчик, вы сами знаете где. Ждите новый ролик, он уже совсем скоро. Пока, с тобой был я, Эрик Шоков. Вот это я, конечно. Ум. Да. Пока. Йоу.